арендных квартир, что он, в принципе, проводится ежегодно, два раза в год. И ваши впечатления, вот посещение, нашли ли вы что-то для себя здесь полезное? Да, проинформировались в любом случае. В газете прочитали. Да, мы прочитали для детей. Но два года они каждый год не знают, потому что мы здесь совсем недавно. Только первый год, можно сказать, здесь, в этом регионе. Но, в принципе, очень нравится. Очень хорошо, что такие проекты проводятся, потому что это очень полезно для населения. Вы считаете этот формат удобным для вас? Удобный очень. И место расположения очень хорошее. Удобно, всегда можно пообщаться. Вежливо, хорошо проконсультируется. Тут рекламируется. Ну, хотелось бы вот мне уже в дорожном районе, чтобы побольше будет квартир.